Вы сейчас грыжу инженер заработает, и как мы будем конструкцию потом? Его пристегивай. Да носком подними, инженер. Да еще. Ногу подставь. Вот турки, они казаки, да? Вы не турки, хлопцы? Да не, турки на подъеме. 100% арабика. Макс, оно отцепится, я не поеду так. Или вы пока тестовый этот, проба. По берегу я буду 2 часа сначала ездить, тестировать. Тем более волна поднялась вон. Ща? Олег, ну шо? Ща? Все, хватит, как раз. Оно ж так отцепится. Давай. Нет. Это нужно пробовать, смотреть. Не отцепится оно. Не? Ну так плавучий, а плавучесть есть, да? В обратную сторону опять да. Сюда, понял? Да не, оно ж крутиться будет, отцепится. Че оно отцепится? Сейчас посмотришь, как оно плывет. Так, кто-нибудь, возьми у меня ногу спереди. Давай подними. Переверни трос. Не, ну это рискованная идея, я не готов к такому. Не подписывался? Да не, ну там у меня есть уже видео такое, как плавает, но он не, ну, не той стороной. Давай, давай. Слышишь, тут... Тут человек уже без бочек ездит, Макс. Только посмотрим. И все. Ну и на это, на задницу еще один точно так же там бочек. Тяни, тяни. Ну задница там немного. Ну, что вылазит? Так, теперь назад ее. Они не останавливаются. Идемте покушаем, а вам сил просто не хватает, пацаны. Сейчас уже. Посмотри. Я так не поеду. Она выскочит и все. И опять будет дубль 2. Да, нужно пробовать. Нужно пробовать, говорит. Не, русик, очень плотно тянется. Никогда в жизни не соскочит. Диски не погните. Отлично везде. Если камера не спустит, отлично везде. Еще, еще. Чуть повыше. Не, она быть, типа повыше. Надо чуть выше поднимать, подожди. Смотрите, ну, человек без бочек ездит спокойно по. Плывет. Плывет вообще красиво очень. Волну пускает. И смотрит в недоумении на нас, на наши бочки. Так. И куда? А куда ты? Это там бревно. А что вы не убрали? Да едь, продавишь. Хорошо идешь. Ну вот и оффроуд. А где же Витя? Вот и Витя. Тридцать седьмой триподор. Испачкал. С колесом. Золотые суппорта. Оторвался суппорт. Оторвался золотой суппорт? Посмотри. Так это кто-то ночью снять хотел просто. Получается так. И открутил его. Или же тяжелый штурман, вариант еще. Ну что, я не выйду отсюда? Не выйдешь. Надо находить болты и устанавливать. Или не нажимая тормоз, попробовать его сейчас вытащить оттуда, не нажимая тормоз, выехать куда-то. Да тут интереснее, чё. Угу. Классный ручей. И ты прям, когда едешь, видно, что он закусывает и клинит. Клинит. Да.
Вот эти суппорта, это небезопасно. Надо, блин, перекрашивать в зеленый. Какая-то баржа плывет. Сюда. Накатывает трассу. Ну круто идет. Что-то как-то передок слабовато. Берет разгон. Золотые суппорта кто-то открутил. Видите, зацеп, вес. Так, пошел оффроуд. Посвящение в 70-очники. Начинающий 70-очник объехал все. Нормально идет. Не, ну после Шевроле Нивы говорит, как наново на свет родился. А на БТРовске видели, как заезжает? Просто без напряга. И тут не тяжело. Спокойно. Куда хочешь? Да. Конь, конечно. Три штуки стоят. Раз, два, три. На меня пришли ты. Спирт есть. Есть спирт еще? Да. Блин, какие бугаи. Слышь, они не только могут их привязывать к УАЗу. Они эту бочку надо ехать. Тут как-то поздоровей, который первый пошел. Да? Так, первое испытание завершили. Закат. Ну вот и все. Бочки загружены. И мы стартуем. С нами всегда. Ну неплохо смотрится. Бочка в люке. Попытка утопить УАЗ. Красиво. Да? Возвращайся, мы не успели. Смотри. Так. Этот маньяк оффроуда по нашим местным джунглям пробивается. Тут, кстати, дорога сделана сегодня. Видите, такая импровизированная. Давай быстрее. Так.
слабенько. Но все равно красиво идет. Так, друзья, все хорошо. Машина на месте, полнолуние. Витя чуть не отжег в конце. Был близок к перевороту в речку. Все обошлось. Катнули круто. Немного, но нестандартно, скажем так. Макс впереди. Роуд завершен. Всем пока. Подписывайтесь, делитесь. Будем работать в этом направлении. Выход на раздатки есть на винт. Хотелось бы, конечно, двигаться по воде, не просто на ней находиться. Ну, мы доведем это до нужного завершения. Всем пока, до встречи.